Коми 280 новых случаев заражения COVID-19, 6 человек скончалось. Динамика заболеваемости говорит о том, что республика еще не вышла на плато, тем не менее пик уже преодолели. Об этом заявил глава Коми Владимир Уйба. В республике есть 28 тысяч доз вакцины. При необходимости запасы пополнят. При этом Владимир Уйба напомнил, что иммунитет формируется спустя 6 недель после полной вакцинации. Между двумя прививками человек от ковида не защищен и должен соблюдать все меры безопасности. В момент вакцинации вот между первой прививкой и вторым компонентом у нас нет еще ответа иммунного. А естественно, мы общаемся с людьми. Если в этот момент мы активно начинаем общаться, думая, что мы уже защищены, и не носим средства профилактики, маски, не обрабатываем руки или умышленно начинаем ходить по каким-то большим зрелищным мероприятиям посещать, то, конечно, риск заражения значительно возрастает. Также глава напомнил, что ревакцинацию можно делать через каждые полгода. Противопоказаний для этого нет.